Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Грандиозный проект, который я снимал несколько недель тому назад, уже стартанул. Я хочу просто показать вам пляж этого проекта, откуда у нас путь сюда. Значит, дорогие зрители, вот это тот пляж у того проекта. Напрямую выходит с проекта и приходит вот на этот пляж. Мелкий гравий, плавный вход, там кое-где есть скалы. Вот. Рядом в той стороне у нас, Мигрос, 3M Мигрос магазин. Тут относится к отелю, так что платно, если что. Есть подземный проход. Напрямую вот эта дорога между зданиями идет к тому проекту. 575 метров от моего места до дороги Ататюрка. А от Ататюрка до туда где-то 170 метров максимум. 170 максимум по верхней стороне проекта. А так снизу там 575 метров. Будет калитка. Вот такой подземный проход. Голубая дорожка. Так что по дороге не будете переходить. Нужно спуститься. Здесь невысокий потолок. Даже свет есть, видите? Получается. Так. Вот такой проход с пляжа. Я сейчас вам дорожку покажу. Вот эта дорога. Я решил пройтись туда пешком. Хочу вам показать то, что расположено на этой улице. А здесь есть Turkcell, кому будет интересно насчет телекоммуникации. Но я в основном пользуюсь только телекомом, она более-менее выгодна. Значит, здесь есть такой маленький ресторанчик, где делают кунефе и пахлава. Пахлава по-турецки. Сладко. Вот 2M Migros. Торговый. Так, здесь ресторан внизу здания. В этой стороне у нас мадам Коко. Кому интересует там хозтовары, может прийти здесь взять. Как раз рекламу тоже сделаем. Посмотрим там какие цены. И потом пойдем на место проекта. Ну, там текстиль, все, что надо, все есть. Сковородки. Одену маску. Вот такой интересный магазин. По ходу ситуации. Скидки 20%, где-то 50 одеяло. 119 лишь. Такие вот одеяла. Кого интересует бренды. Там запретили съемку. Так что, знаете, есть такой магазин. Мадам Коко. Не хотят рекламу. Есть очень хороший ресторан. Тут just at шашлык, машлык. Стикхаус. И также есть завтраки. Кахвалты написано. Мангал. Надо сюда как-то заехать. Так. Я уже почти дохожу. Осталось где-то 350-370 метров до того объекта. Вот за тем коричневым зданием будет люкс-проект в районе Махмутлар. Много квартир уже продано. До котлована уже. Ну, котлован уже начался. Да, так. Я уже дохожу до улицы Ататюрка. Так что где-то 5-7 минут пешей ходьбы до пляжа, если медленно ходить.
сделаю паузу. Кстати, там под зданием магазин «Шок». Если не дойдете до Мигроса, можете также купить в «Шоке» то, что вам нужно. Дорогие зрители, это улица Ататюрка. Вот. И сейчас я иду к новому проекту, который находится за этой резиденцией «Люмус». Дорогие зрители, я уже пришел на место стройки. У нас здесь будет два блока. Один тут и один там. Это блок А, тот блок Б. Пройдусь наверх. Расстояние вот от моего места назначения до воды 650 метров. Вот от задней части этого блока, этого проекта. Здесь, позади проекта, будет открытая парковка. Здесь, наверное, где-то. Я в ролике все поставлю, 3D-фотки. И отправлю всю информацию, кто желает про этот проект. Вот один блок, блок Б, блок А. С шестого этажа и выше вид прямой на море. Место назначения выше на 12 метров, чем вот эти проекты. Так что, если квартира находится на первом этаже, это значит третий этаж или четвертый. Потому что у проекта на цокольном этаже будет инфраструктура. В блоке Б будет спа-центр, открытый бассейн, и там лобби. Вы все увидите в ролике. Сейчас я поставлю. Здесь у нас будет три бассейна. Один большой бассейн, один детский бассейн и один бассейн без горок. В большом бассейне горок не будет. Дорожка для велодорожка полностью будет обходить весь проект. Также будет для детей песочная зона для игр. И всякие аттракционы, интересные аттракционы для детей. Все вы увидите на 3D-фотках. Вот, дорогие зрители, рассрочка. Если оплатите на 50% первоначальный взнос, прайс-лист я все вам отправлю. Дорогие зрители, при оплате 50% рассрочка при оплате на 50%. И гибкий график. Можете 3 месяца один раз платить, чтобы комиссию не платить за переводы. Или 5 месяцев один раз всю сумму. Также можно каждый месяц платить. Прайс-листы я отправлю вам лично, кто будет, кто напишет мне на WhatsApp, Telegram, Viber. Все, с вами был Агаси из Сомснования, район Махмутна. Всем пока. I'm fed up with changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. I'm so sick of waiting and getting too restless.